Всем привет! Начало осени, и сегодня снова находимся на Клязьме. Снова приехали ловить аджик, щуку, судака по своим любимым местам. Второй заброс. Шнурогай. Ой, какой драный. Кто это тебя так кусал? Тихо. Обалдеть. Да. Сначала есть. И на первом забросе то хорошо, на втором. Ах ты, сошла, блин. Что-то у меня впрык оказался расслаблен. И на третьем забросе поклевка. Что это у меня впрык-то? А, я щучку-то поднимал, блин. Ладно. Сход. Ух ты, блин, прям как под самым берегом такая поклевища. Опять там же, да что ты? Опять у берега боднуло. Да что ты, а? Опять мимо. Третья поклевка и опять мимо. Вся вдоль берега стоит. Да нет. Не, пока не ход, спасибо. Вся четко вот тут вдоль берега. Сейчас я воблер поставлю. Так, ставим воблер. Проверяем быстренько. Нет. Идем дальше. Удар. Похоже на судака даже. Прямо на струе. Но пока вода теплая, такие места должны работать. Перекаты. Есть. В какой подтяге. И в корягу встал опять. Прям меж коряг взяла. Давай, вылази. Опять начинается то же самое. А, она уже сошла.
Ну, подтяжка была конкретная. Рыбу подержал немножко. Фона. В корягу взвело. Сколько насечек. Вон, весь груз. Щукан. Щукан. Тут он клок вырвало. Ах ты, блин, сошла. Ага, в поводок. Ну, поклевки нечастые и не сильные. Приходится прям стоять, кидать, кидать, кидать. И нет-нет, кто-то дернется. Сейчас вообще была поклевка, как будто по коряге. Даже сразу подсекать не стал. Но потом почувствовал. Да что ты, опять поклевка в том же месте, хорошая какая, на откидку. Есть, на вымотке. И в корягу опять залез, давай, давай. По-моему, жерех вообще, жерех. Жерех попался. Подниму, не подниму. Подниму. Здрасте, приходи. Вот так вот. Прямо из-под берега стрелой. Да. Жерех. Да, вот так вот любопытно. На джиг не сечется. А жерех схватил под берегом. Причем на объемную приманку достаточно. Ну, это начало осени, это нормально. Чтобы жерех на резину. И на вымотке, и на ступеньке. Ага, удар. На долгом зависании. Жерех промазал на вымотке. Маленький. Второй. И у меня такая же сошла. В корягу. Вот, мне там один раз тоже в корягу затащил. Опять клюнул, непонятно. Да, щука как-то на это. Дебил, с подвисаниями, ага. Ну вот большая щука хорошо. Судак-то вот четко дергает, но он мелкий там весь. Но он не сечется, я он стоял, он дергает. Через заброс. Докунь попался. Судак 100-граммовый. То, что сегодня народу много, это да. Но у меня там и натуралку были поклевки. Я разные перебирал. В принципе, на все, что ставил, на все были поклевки. Но там мелкий судак, ему пофигу, мне кажется. На обратном пути надо будет туда еще зайти. В тот раз там уже не какой-то паровоз нормальный сошел. На большую больше поклевок всегда. Вот 100, 125 миллиметров. Самые такие. А вот это то, что там 3 дюйма. Это... Да что ты, опять какая-то вот мелочь. Бьет, блин. Сколько можно? Где нормальная рыба? Эти короткие жесткие удары, это все понятно, конечно. Мелкий судак там или окунь. Скорее даже судак. Где щука нормальная? Да что? Ай. Нормально уже вот. Посерьезнее поклевка. Наверное, одна из трех.
за всю рыбалку такая прям размашистая. Есть. Шнурогай. Здрасте. Он опять, как и первый, под нижнюю губу. Ну, клюет тут на натуралочку. Две поклевки за проводку. Покидаем еще, постоим. Ну, что-то мелочь какая-то сегодня, прям вообще откровенная. Не было ни одной прям такой поклевки, что можно было назвать ее серьезной. Что это хорошая рыба, отчетливо. Это еще удар. Вон что творится, а? А кидал кислоту, вообще была тишина. На поклевке прям очень чудные. Либо слабый подбой, либо слабый тычок, либо опять вот эта дрожь, качание вершинки, когда она хватает за хвост или за груз. Нет такого, что прям бум, короткий четкий удар и все. Ты подсек, и она там. Дергают, стучат. И никак. Тут бы, наверное, даже двойник не помог. Ах ты, с первого же заброса потяжка сошла. А ты, говоришь, прокидал. Вон, поводок, поросячий хвост. Нифига он тут завернул. Ну, конечно, как ей тут попасться? Она вам крючок обратно в силикон загнала. И весь поводок споганила. Кто-то бы сказал, что это крупная была, раз поводок такой. Но это далеко не так. Даже там 300 грамм 0,4 струну может спокойно. Восстановлению подлежишь, нет? Доловить ее, конечно, вряд ли получится. Ну, попробуем. Может, там не одна. Более-менее пойдет. Да, сегодня вот на натуралку почему-то лучше. Тоже вот день на день. Может быть, надо было всю рыбалку на натуралку ловить. Ну, сейчас обратно по тем же точкам пройдем, посмотрим. Может, кто-то еще отзовется. Но хотя бы на подмотках она перестала брать. Чаще все-таки в паузу. А это значит, она уже перестраивается. И в скором времени будут нормальные поклевки. Приманка просто вся изрезанная. Просто вот. На ней живого места нет, одни порезы. Есть, хорошая поклевка. Но рыба мелкая опять, блин. Что ты будешь делать, а? Опять шнурогай. А! Чего? Шнурок. Сегодня других не предусмотрено, походу. На вскидку такая поклевка размашистая, хорошая. А рыбка-то. Так, как бы тебя десантировать нормально, чтобы ты... Давай, так вот. Нормально. Есть. Со дна подвисла. Ну, вот эта рыба вроде бы крупнее.
Так, 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 это хорошая рыба. Да, 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 нормальная щука. Вот просто как ее взять? Ну как нормально? Да килошница. Свечку нельзя. Сидит еле-еле. Может сойти. Да какая большая. Хотя нет, сидит хорошо. За нижнюю губу. И такая. Под кило. Ну хоть что-то. Вот на обратной дороге, на темненькую приманочку, хоть что-то начал ловиться. Со дна взяла. Сначала был такой слабый-слабый тычок, и потом повисло. Две с этих коряжек попалось. Из первого захода поклевок 6. Но на этой точке все время она есть. Это одна из таких точек здесь. Контрольных. Да есть. Мелочь в основном одна. Ах ты, прям на падении. На выбросе. По зубам дал. О, поводок опять. Резину, да. Да мелкий судак тут стоит, он замучил уже. Ну что, будем пробовать добирать тех, кто уже клевал сегодня на первом проходе вниз. Тут было три поклевки. Кто-то там с пацанов что-то выцепил. Небольшая щучка. Крупняк нас сегодня обходит стороной. О! Наконец-то была крупная рыба, и я ее не просек с подтяжки. Я ее даже сдвинуть не смог. О, опять поводок. Вот это была уже рыбешка неплохая. Намолил все-таки я ее. Но не просек. Опять же подтяжка. И все мимо. Был бы нормальный короткий удар. И она бы сидела с приманкой во рту. Но вряд ли она доберет. Но покидаем еще. По крайней мере, на этой точке тоже всегда есть поклевки. В прошлом году всегда они тут были, сейчас тоже. Второй выезд. Постоянно кто-то клюет. Да, вот эта рыбка уже была так ощутимо крупнее. Хорошая прям такая тяжесть. Вот вроде бы и глубина хорошая, и пауза хорошая. Должна прям дук. И впасть. Она опять тянет. Обычно все-таки тянет на меляках. А тут стою высоко. Но нет. Опять вот это судачок уже. Или окунь. Клюет, клюет на этой точке. Так. Ну это что-то совсем мелкое было. И вот опять же этот цвет натуральный. Да, как хочется прям удара такого конкретного. Но нифига. Какая рыбалка к ряду.
не знаю, там 5% поклевок именно с ударом. Да и удары такие не особо злобные. Приманка просто вся вот, вся изглоданная. Уже голову ей оторвали, весь хвостик в дырках, клочья вон вырванные. Ну опять шнура гай. Да что ты будешь делать, а? Две поклевки сейчас здесь. Походу вот такие шнурки и дергают. Вот такие походу дергаются. Там была одна поклевка, здесь сейчас вот две. Вон, а бурун остался, промах был. Я думаю, что такое тыкнулось, а там вон бурунище. Вон оно чего. То ли жерех, то ли щука. Думал, коряшка. А там бурун. Сейчас попробуем воблерочком потом. Сейчас кину еще раз джигом. Опять сюда же вот. Что такое было, я не понял. Вот это удар. И приманки у меня просто нет. Но это точно та же самая щука, которая... Бурун оставил в том же самом месте. Лупануло конкретно. Это сегодня самая мощная поклевка. Уж не знаю, какой там размер был. Но поклевка была конкретная. И просто лишила меня приманки. Так, а есть ли у меня еще такой пионер в таком замечательном цвете? Есть. Вот а. Так. Даже целых два еще осталось. Но это уже вряд ли доберет. Хотя две попытки она дала. Попробуем. Кто ее знает? Здесь грузик он уже ободрали. Да, поклевочка прям. Именно такая, которую я ждал. Ну, по зубам она получила, походу. Ну попробуем еще все равно. Может быть, надо было сразу воблер кидать туда. Раз она такая активная. Подтяжка, подтяжка есть, она все еще берет. Какая-то безумная щука, похоже. Походу. Сейчас все разок и потом воблером туда. Вот опять была. Что это за щука такая? Четыре поклевки. Ладно, еще раз кину джиг. Так, попробуем все-таки ее воблерочком добрать. Может быть, даст еще один шанс. Но четыре раза это, конечно, сильно. Может, конечно, не одна она там была, не знаю. Сорвала приманку, получила по зубам. Снова поклевки. Видимо, шибко активная.
Попробуем сейчас ее оттуда выманить. Да размер вроде так ничего, судя по буруну и по поклевкам. Ну и контрольный на ту, на которую клевала. Ладно, значит не наша. Или в следующий раз. Сошла. Нормальная щучка была. Ну как нормально, килограмм, наверное. Но опять такая не жесткая поклевка. Вообще прям диссонанс какой-то. Вода вроде теплая, должна лупить. Поклевки не пойми какие. Кто-то погнался. Кто там? А нет, слушай, нормально. А, все, сошла. Отцепилась. Такая закилошечка. Ну ничего, ладно. Значит, не наша. И еще одна клюнула. Ты гляди, что творится. Жесткий удар, прям мощный. Ух. Может быть, это наша? Попробуем добрать. Неужто партсобра не под конец нашел? У меня аж азарт пошел. Когда вот так клюет на каждом забросе, это вот уже прикольно. Такие рыбалки я люблю. Сейчас надо тут постоять, значит, покидать. Стоит она тут. И поклевки-то хотя бы уже пошли такие прям злые, нормальные. Угу. Поклевка на первой стадии падения. Да, тут какое-то прям партсобрание. 5 поклевок, и явно все это разные щуки. Да, все-таки здесь партсобрание. Так, за самый-самый краешек. Ну, это наша. Ну, которая сошла была раза в полтора, наверное. Как не в два. Крупнее. Но, тем не менее, 5 поклевок здесь. Или 6 даже. Из них 2 реализованных. И все на пионера. Ну, прям за самый-самый край. Вон жерех, смотри, прям тут солнышко вышло. Начал жерех гулять.
Да, прям четко, где в том году клевал и в этом году клюет. Прям один в один, те же самые места. Ничего не изменилось. Река хоть поменялась, а клюет само там же. Блин, поклевище какая хорошая. Есть, 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 есть. Сошла, блин. На воблерок взяла. Не крупная, кстати. Да, сколько же ее в этом месте тут. На длинной паузе при этом. И крэкджек меня покинул. Можно было слазить, конечно, но что-то как-то мне не хочется. Ладно, на этом, наверное, будем заканчивать. Поклевки, правда, еще есть. Ой, можно было точку еще немножко пораскачивать. Но на самом деле уже хватит. Уже и время ближе к вечеру. Поклевок насмотрелись сегодня. От души. Но реализация сегодня немножко повыше, на самом деле, чем в прошлой рыбалке. Пускай тоже сходы есть, но хотя бы есть засекаемость. Более-менее какая-то адекватная, процентов 30, наверное. Это уже всяко, не 10. Ну и пакет грибов. Фантастика, но в сентябре пошел трутовик серно-желтый. Все, отправляемся домой. Нагулялись, поклевок насмотрелись, немножко рыбки поймали. Но в следующий раз, я думаю, сюда мы приедем уже на моторе и более основательно проверим все коряжники, особенно по той стороне, где мы ни разу не были. Ну а на сегодня все. Всем пока!